еще одна небольшая брошюрка Владимира Ильича. Работа называется «Памяти Герцена». Это небольшая статья, в которой Ленин пишет отзыв на столетие со дня рождения Герцена. Он называет его одним из самых первых революционеров, который разбудил русскую революцию и подтолкнул массы к борьбе с самодержавием. В этой также работе есть небольшой разбор, грубо говоря, Ленин делит историю освободительного движения в России от самодержавия на три этапа. И вот как раз эти этапы он в этой работе расписывает. Книжку, как и многие другие, вы можете взять на Пушкинской 25 на марксистском кружке, придя туда в понедельник в 18:30. Ну или попозже, если вы задержитесь, там люди не сразу расходятся, можете все это дело получить. В том числе эту работу, написанную в 1912 году.